Подразделения Луганской Народной Республики, развивая наступление на позиции украинской 57-й мотопехотной бригады, блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское. Уничтожено до 30 украинских националистов и 5 единиц бронетехники. Днем 2 апреля высокоточными ракетами воздушного базирования в районах железнодорожных станций Лозовая и Павлоград уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и цистерны с топливом, направляемые для усиления группировки украинских войск на Донбассе. Также выведен из строя военный аэродром Миргород в Полтавской области и уничтожены, обнаружены на его замаскированных стоянках, несколько украинских боевых вертолетов и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения. В результате нанесенного в четверг, 31 марта, высокоточного удара оперативно-тактическим комплексом «Искандер» по штабу обороны в городе Харьков подтверждено уничтожение более 100 националистов и наемников из западных стран. В течение дня оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил России поражены 28 военных объектов Украины. Среди них два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 23 района сосредоточения боевой техники вооруженных сил Украины. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотный летательный аппарат, 1888 танков и других боевых бронированных машин, 205 установок реактивных систем залпового огня, 793 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1771 единица специальной военной автомобильной техники.